Делаю ролик специально для детей России. Ко мне на днях зашла девочка, вчера или позавчера. И я говорю, ну ты знаешь, что происходит в Грузии? Нет, я политикой не интересуюсь. Курва! 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 Иди нахуй! Это... Русские — это то, что от вас ждал весь мир 24 февраля 22 года. Не все этого ждали. Мне даже показалось, что грузин больше, чем вас, русские. Мне кажется, грузин больше, чем вас. Вас вообще я не вижу. Где вы есть? Это был гимн Украины. Я просто наблюдаю за ними. Это просто мое восхищение. Посмотрите. Русские, дети, возьмите вот просто, как, знаете, как учебник и учитесь. Просто записывайте все, что делают грузины сейчас. Такие смелые, такие классные. Они очень смелые, очень смелые. Посмотрите. Вы, наверное, даже смотреть боитесь, да? Русские, скажите, что-то вы, наверное, даже боитесь смотреть, правда? Ой, не показывайте, не по нам запрещено смотреть, да? Видите, они пытаются договориться. Там же один полицейский снял с себя форму и присоединился к народу, вы знаете? Это было очень страшно. Это очень страшно. Но народ невероятный. Он сплотился. Там их и слезоточивым газом их травили, и шлангами. И включали музыку, очень такой звук неприятный. Видите, они давят людей. А люди танцуют. Та-та-та-та-та-та-та-та. Их просто не сломать. Украина, девушка за Грузию. Вот видите, Тбилиси, а вот Киев. Так что Украина подняла Грузию. Слава Украине, слава Грузии.